Салам лиже, йоча-влак! Таче ме тендан ден урокшты, кодшо урокшты мутланаш тӱҥалмынам умбакыже шуена. Кодшо урокшты ме тендан дене единственный числаш шынден мутланен улна гын, а таче ме тендане мут-влакым множественный числашке шынден мутланаш тӱҥална. Урокнан темыже «Те кушто иледа?» Но ондак ме тендан дене кодшо урокшты мо мутланымнам шарналтен кодена. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами продолжим тему прошлого урока. На прошлом уроке мы с вами говорили в единственном числе, а сегодня мы с вами все слова ставим во множественное число. Тема сегодняшнего урока звучит так: «Вы где живете?» Но в начале урока давайте все-таки вспомним, о чем же мы с вами говорили на прошлом уроке. Тунимаш – учиться. Мы тунимам – я учусь. Тай тунимат – ты учишься. Туда тунимеш – он, она учится. Тай кушто тунимат – ты где учишься? Мы школы что тунимам – я учусь в школе. Тай могай класс что тунимат – ты в каком классе учишься? Мой кокомшо класс шты тунемам. Я учусь во втором классе. Тагак метендан дене порядковый чет мутвлак нерген мутланен улна. Также мы с вами говорили о порядковых числительных. Икомше – первый, кокомше – второй, кумшо – третий, нылымше – четвертый, визымше – пятый, кудымшо – шестой, шымше – седьмой, кандашымше – восьмой, индешымше – девятый, лумшо – десятый. А кызыт метендан дене таче урокшты кучылтшаш умут влак дене палымлена. А сейчас ознакомимся словами, которые мы с вами будем использовать сегодня на уроке. Ме тунемына – мы учимся. Те тунемыда – вы учитесь. Нун тунемыт – они учатся. Мари елме – марийский язык. Сайын – хорошо. Кызыт майталанда умут влаком кучылтын изирак текстым лудам. Вара тиде текст почеш метендан дене йодышлан вашмутым пуаш тӱҥална. Колыштына. Сейчас я вам прочитаю текст, где встречаются новые слова. Потом, опираясь на этот текст, мы с вами будем отвечать на вопросы. Слушаем. Мемнан лимна Петя да Миша. Ми йошкаролаште илена. Ми школышто кокымшо классыште тунемна. Школышто ми мари йылмым тунемна. Ми сайын тунемна. Слушаем текст. Нас зовут Петя и Миша. Мы живем в Йошкар-Оле. Мы учимся в школе во втором классе. Мы изучаем марийский язык. Мы учимся хорошо. Йодышвулаклан текст почеш ваша стена. Отвечаем на вопросы по тексту. Нунын лимышт кузе? Как их зовут? Нунын лимышт Миша да Петя. Их зовут Миша и Петя. Нуна кушты илат? Где они живут? Нуна Йошкар-Олаште илат? Они живут в Йошкар-Оле. Нуна кушто тунемат? Где они учатся? Нуна школышто тунемат? Нуна могай классыште тунемат? Они в каком классе учатся? Нуна кокымшо классыште тунемат? Нуна могай йылмым тунемат? Они какой язык изучают? Нуна мари йылмым тунемат? Они изучают марийский язык. Нуна кузе тунемат? Как они учатся? Нуна сайын тунемат? Они хорошо учатся.
А кызы йоча-влак метендан дене изирак пашам шуктена. Пашаже тыге маналтеш. Йоча-влак деч йод. Ребята, сейчас мы с вами выполним одно маленькое задание. Это задание называется «Спроси у детей». Тиде заданиеште единственные числашты шогыш йодышан предложение влакам множественные числашке шандашкылыш. В задании все вопросительные предложения стоят в единственном числе. Наша задача – все эти предложения поставить во множественное число. Ты кушто илет? Ты где живешь? Ты кушто иледа? Вы где живете? Ты кушто тунемат? Ты где учишься? Ты кушто тунемада? Вы где учитесь? Ты мога елмам тунемат? Ты какой язык изучаешь? Ты мога елмам тунемада? Вы какой язык изучаете? Ты кузе тунемат? Ты как учишься? Ты кузе тунемада? Вы как учитесь? Таче йоча-влак метендан дене тунемме нерген мутланышна. Тунемме мутым кучылтын, те шке гычын диалогым але текстым чоҥен моштеда манын ӱшанен кодам. Кызыт метендан дене порын чеверласем. Чеверын. Ребята, сегодня мы с вами на уроке говорили об учебе. Я очень надеюсь, что вы самостоятельно можете составить текст и диалог, используя новые слова, которые мы с вами изучили на уроке. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.